Всем приветики. Пришла ко мне сегодня такая вот посылочка. Здесь я уже заклеил некоторые данные. Это у нас Tave Cable, то есть кабель для карты. Я заказывал удлинитель для карты памяти. Потому что камера, которую я недавно купил, она греется. Я боюсь, что карта, которая в ней стоит, сгорит. Вот, поэтому я заказал такой вот удлинитель. Только что глянул, отдал я за него $77. Здесь написано 20 центов всего лишь. Ну, на самом деле доллар. $77. Так, здесь выдвигаем ножичек канцелярский и обрезаем. Главное, кабель не обрезать, там же внутри кабель. Я обычно это делаю ножничками, но сегодня что-то... Ножничками, кстати, удобнее это делать, нежели ножом. Внутри у нас видим пакет с пупыркой. Это хорошо. Защита дополнительная. Ну и, собственно, все, там больше ничего нету. Ножик нам больше не нужен. И вот он такой вот кабель. В пакетике упакован. Его функция просто удлинить флешку. Вот такая штучка. Такая плата как бы. С контактиками. Просто вставляется вместо флешки микро CD. И дальше плата с контактиками через шлейфы идет. Если на них даже что-то написано. 60 вольт может проходить и греться до 80 градусов. Да? C это же Цельсий или это просто S. Но если Цельсий, то довольно-таки много. Температура кипения чайника 100 градусов по Цельсию, а здесь 80, почти что кипяток. Ну, если это градусы, конечно, Цельсий. Вот, и здесь, а сюда уже вставляется флешка. Вон туда микро-USB-шка вставляется. То есть сюда вставляем флешку, а это вставляем вместо флешки. И в том месте, где, например, очень горячо и... страшно спалить флешку, можно вставить такой вот удлинитель. Удлинитель, по идее, то, что внутри флешки вот здесь вот стоит микросхемка, и в ней данные хранятся вот где-то здесь. А здесь ничего нету, здесь просто контактики идут. С контактов на шлейф. И, по идее, там-то и гореть-то нечему. Ну, то есть, там микросхемка, она может перегреться, а здесь-то перегреваться-то нечему. Если что, здесь так контакты даже, если там будет сильно жарко, поплавятся. Так не страшно, он же дешевый по сравнению со флешкой. Флешка-то дороже стоит. Тем более, чем больше объем на флешке, тем дороже она стоит. Или, может быть, на удлинитель может понадобиться тому, у кого где-то как-то неудобно разъем. То есть, допустим, может, у кого-то на компьютере сзади есть разъем. И неудобно туда, например, флешку вставлять. А так вот удлинитель подключил. Я взял самый маленький, 20, по-моему, сантиметров. А там есть по длине 60, по-моему, был. Можно сзади вставить и выдвинуть себе вот... на стол, например, куда-то, ну, куда достанет. Или два удлинителя взять, друг друга воткнуть и вообще вывести. То есть, ну, удобная довольно-таки штука. Ну и, собственно, вот, ну, сам виновник, из-за которого пришлось купить удлинитель. Вся вот эта вот штука, кругляшок этот, круг, шарик этот, греется. И флешка, которая стоит там внутри, соответственно, греется сильнее, потому что... Ну, так, снаружи он такой тепленький, а внутри он еще, ну, еще, ну, там, горячее, чем... Снаружи трогаешь, он так чувствуется, а внутри оно же еще сильнее, и флешку, когда достаешь, она чувствуется, нагрелась. И поэтому флешку я хочу вставить вот сюда. Щелк, все. Вставилась. Щелк, досталась. А флешка довольно-таки серьезная. 16 гигабайт и скорость, ну, быстрая, 10 класс, скорость 10 класса, то есть довольно-таки быстрая. И жалко будет, если она сгорит, именно поэтому я не хочу.
Не хочу, чтобы она стояла там, где горячо. Соответственно, флешка туда уже вставлена, и мы ее просто удлиняем. Вставляя сюда. Вот эту штуку я правильно вставляю или нет? Все, и здесь защелкнулось. Отщелкнулось. Ну да, вот таким вот образом. Все. Вот она флешечка подключена, но только на удлинителе. То есть, если она снаружи тепленькая, то внутри она там уже горяченькая. А так, если она будет лежать где-то с камерой рядом, ну, естественно, если она будет двигаться, она тоже будет немножко шевелиться, но, в принципе, удлинитель это позволяет. Но его можно, например, куда-то сюда прикрепить. Греется в основном сам шарик с камерой. А здесь, получается, по бокам крепление и уходит сюда. Здесь уже не греется. Ну, то есть, греется шарик, а вот эта часть, к которой его можно прикрепить, она уже не так, ну, она не греется. Соответственно, оно будет крутиться вместе с камерой, потому что крутится оно вот по этому контуру. Соответственно, оно будет так вот крутиться. И все. И греться флешка не будет. А то, что будет контакт удлинителя греться, ну, не страшно. Там гореть нечему. А вот у флешки внутри есть чему гореть. Ну, и будет так вот выглядеть. Как по мне, ничего страшного, нормально. Главное, что флешка была в безопасности. Вот. Собственно, такой вот удлинитель. Ну, а на этом все. Всем покедова.